Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу рассказать о своих готовых работах, и не только готовых, о том, что я успела сделать, связать за время нашего отпуска. Сегодня мы вернулись домой, и пока у меня память свежа, хочу сразу вам показать и поделиться тем, что я успела навязать. Сразу хочу сказать, что работ у меня не очень много, так как все-таки мы летали отдыхать на море, и большую часть времени мы проводили на пляже, гуляли, путешествовали. Были мы в Турции с мужем, отдыхали в этом году. Ну вот что в перерывах между прогулками я успела навязать, сейчас я вам и покажу. Итак, как я и говорила, я брала с собой пряжу белого цвета. Это у меня 100% хлопок. Семеновская пряжа Кабле. В 100 граммах 430 метров. Ниточка плотненькая. Она не мерсеризованная, такая матовая, натуральная, приятная. Почему-то мне захотелось связать именно снежинки такие погуще, которые смотрятся. Вот не такие, для примера возьму, хрустальные, ажурные. А вот именно такие заполненные. Вот и связала их сколько штучек у меня получилось. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Я их еще не крахмалила, не делала блокировку. Размер пока получается вот 12 сантиметров. Но после блокировки, наверное, еще на пол сантиметрика, на сантиметрик они увеличатся. Но сильно не буду их растягивать. Так, почему я вязала эту снежинку? Мне подписчица Людмила прислала вот таких снежинок, несколько штук. И мне они так нравятся, что я решила повторить. И вот визуально тут вроде бы ничего сложного. Единственное, что она делала с каждой стороны по 4 пику, я решила сделать по 3. Может быть, из-за того, что у меня ниточка потолще. Четвертая, мне кажется, здесь как-то лишняя. Нравятся мне эти снежинки, и я хочу сделать видео мастер-класс по этим снежинкам. Вот связала 9, а 10 буду вязать вместе с вами. Для этого мне нужно накрахмалить эти снежинки, высушить, сделать подвесочки и сниму видео про такую снежинку. Я сама люблю вязать по своим видео, поэтому пусть будет на память. Хочу навязать таких снежиночек еще потом. Ну, симпатичные снежинки получились. Я очень довольна. Они красиво смотрятся на фотосессиях, когда фотографируем какие-то готовые изделия, игрушечки, что-то вот. Они прям украшают кадр. Но они эти тоже симпатичные. По этим снежинкам также у меня есть видео. Можно перейти в плейлист снежинки и найти много разных снежиночек, которые мы вяжем с вами вместе. Так, ну и так как мне снежинки надоело вязать, все-таки это такая монотонная работа, я решила связать воротничок. Также вязала его по своему мастер-классу. Это один из первых воротничков на моем канале. Вот такой небольшой детский воротничок. Если вы помните, может быть, уже вязали вместе со мной. Я чуть-чуть изменила и сделала обвязку вот по этому краю. И также сделала пико вот по короткому срезу воротничка. Вы посмотрите, какой он симпатичный. Я его также не крахмалила, не делала блокировку. Просто немножечко отутюжила. Сейчас я ставлю видео, как я отпарила этот воротничок. Завязочки. И на кончиках я сделала вот такие цветочки с тремя лепестками. А в видео у нас один лепесточек широкий. Ну, что-то захотелось немножечко поимпровизировать как-то тут. Такие
завязки. Вот красивый, симпатичный воротничок. И длина его у меня получилась. Так, сейчас я померяю вместе с вами. Ну, это детский небольшой воротничок. Так. Вот 36 сантиметров. Без завязок. Это по внутреннему краю. Красивый воротник. И вот толстая ниточка ему подходит. Вязала крючком и воротник, и снежинки 1,95 миллиметра. Ну, я брала один крючок с собой, поэтому его и использовала. Ну, погладила его, отпарила уже дома по приезду. Сегодня отпаривала. Так, ну, а снежинки у меня еще не обработаны. Откладываем воротничок. Далее я все-таки решила взять с собой повязать носочки. Ну, как привязала, так и увязала обратно. Вязать носок этот у меня не получилось. А почему? Потому что я не взяла с собой первый готовый носок. Я когда вяжу, я никогда не считаю ряды. А когда уже вяжу второй носочек, уже пересчитываю, сколько рядов у меня резиночка, сколько рядов пагалинок. Ну, это тут я, сколько петель я добавляю в пятку, я запоминаю, сколько рядов до мыска. Также все потом считаю. И так как у меня не было готового носка с собой, то я и этот носок не смогла повторить. Не знала, сколько у меня провязывать рядов резиночку. Все носки я вяжу по-разному. Могу там 2-3 ряда туда-сюда с разницей такой связать. Поэтому это я провозила с собой зря. Лишний груз. Извините, здесь также 60 грамм лишние. Ну и что же вы думаете? Я же не могу без вязания носков. И нам с мужем пришлось ехать в пряжный магазин. Чему я очень рада, что побывала в таком большом турецком магазине пряжи. Сейчас я вам вставлю небольшие кусочки видео. Я поснимала немного внутри магазина. Это центральный магазин на большой туристической улице в центре Анталии. Можете также вместе со мной прогуляться, посмотреть цены на пряжу. Но это все турецкая пряжа. В основном там, конечно же, пряжа синтетическая из акрила, но также есть и носочная. Но сейчас вы сами все увидите. Курс лиры турецкой к рублю. 1 лира 3,7-3,8 рубля. Поэтому можете для ориентира, чтобы понимать, сколько стоит эта же пряжа Ализе в Турции и в России, для сравнения для себя определить. Ну а какую пряжу я купила в этом магазине, вы увидите чуть позже.
Thank you.
Thank you.
Эля моя каланга. Siyahı yok abim. Siyah nakoda var. 26 lira olan. Bak bunları çok güzel. Ну вот, вы посмотрели видео из магазина. Я думаю, вам понравилось бродить между полок с пряжей. Так, и что же я там купила? Купила вот такую носочную пряжу с люрексом. Смотрю, какие-то узелочки, наверное, будут попадаться и придется их прятать. Ну, будем изучать. А, ну это один узелок. Нет, нет, это большой один узелочек. Вот. Угу. Впереди Новый год, и я хочу не полностью вязать носки из этой пряжи, а какую-то вставочку, добавку делать для украшения. Вот этот люрекс, он не колючий, мягкий, совершенно не ощущается. И вот взяла вот такую новогоднюю расцветку. Здесь золото, здесь серебро. Я думаю, красивые носочки. Может быть, и полностью связать из этой пряжи. И давайте посмотрим состав такой нитки. В 100 граммах 380 метров. Она немножечко потолще, чем классическая носочная пряжа. 73% шерсти, 24% полиамида и 3% вот металлической нити. Wool Blend Metallic Fiber. Ну, на ощупь она мягкая, приятная. Также чувствуется вот опять какой-то узелок. А, нет, это кончик нити. Я уже испугалась, что вся такая она. Тут коричневый, бордовый, молочный и такой зеленый, таежный. И вот они почему-то отличаются. А, ну да, здесь покраснее, здесь по вишневее. Угу. У них и артикул разный. Хотя, когда я покупала, особо вот отличия такого не видела. Это колор 68-91, а здесь 66-43. Серая нитка, цвет 68-93. Пусть будут такие моточки. Для эксперимента свяжу такие носочки. Мне кажется, они будут выглядеть привлекательно. И для моей ярмарки уже пора навязывать носки.
У меня носочков осталось уже очень мало. Но про ярмарку я скажу чуть попозже. Так, взяла вот эти три моточка пряжи. И еще взяла три мотка одинаковые. Это всем известная пряжа. Но там особо носочной пряжи выбор и не было. Также Нака Боха, как вы видели, и Ализе. Артисан, Супервош Комфорт Сокс и... Как она называется? Потолще пряжа Ализета. Вултай. Вот. Больше там носочной пряжи никакой не было. И вот эта пряжа, цвет 44-47. Я знаю, сейчас она и в России появилась. Можно также приобрести ее на Вайлдберрис. Я купила три мотка сразу. Почему я так сделала? Ну, во-первых, мне нравится этот цвет. Вот такое цветовое сочетание нравится покупателям. Вот. И такие носки пользуются большим спросом. Поэтому я и взяла три мотка. Пусть будут. Вот. И еще для чего я взяла несколько мотков. Я связала один носок. Так, где он у меня? Вот он. Только не зашила мысочек, так как я не взяла с собой иголочку. Сейчас я быстренько зашью. Вот. А второй носок, другой, я буду вязать. Я уже начала, сейчас покажу. Чтобы узор повторялся, также полосочки все совпадали, чтобы пара была как носки перфекциониста. Вот. И начала вязать второй носок от другого мотка уже. И значит, у меня закончится пряжа от одного мотка и от другого в одном месте. Я имею в виду на одном цвете. И следующую пару я начну вязать также уже одновременно с двух мотков. И у меня будут, не будет отмота нити, чтобы подобрать раппорт вот узора пряжи. Я не знаю, понятно я объяснила или нет. Ну, короче, если вяжем из двух мотков, то так намного экономичнее получается. Так. Мне также пришлось купить пару спиц. Самые простые, дешевые. Они там стоят порядка 100 рублей. Вот 2 миллиметра, 20 сантиметров. Но я не вижу 20-сантиметровыми. Для меня это длинные. Мне больше нравятся спицы по 15 сантиметров. Но мне нужно как-то было пересадить вот эти носочки на другие спицы. И поэтому мне пришлось купить, ну, в этом магазине рукоделия. Другие спицы. Но вяжу я носочки своими любимыми. Вот. Один носок у меня во время отпуска связался. Начала вязать даже второй носок. Вот уже пятка у меня закончилась. Сейчас буду набирать петли по бокам. По стеночке пятки. Я думаю, сегодня-завтра я второй носочек также закончу. И к ярмарке на следующих выходных эта пара у меня будет также готово. Здесь высокий пагалинок. Носочки большие получатся, мужские. На 42-43 размер. Так, это что касается вот этой пары носочков. Да, еще. Все-таки вот эти мои любимые спицы. И мне так надоело переодевать с одной пары на другую, переставлять спицы, что я решила заказать на Вайлдберрис еще одну такую пару, чтобы вязать два носочка параллельно. Вот, вот эти два 25 спицы. Должны мне на днях также прийти еще одна пара. А почему я пересадила эту пару на эти спицы опять тудым-судым? Вот, сейчас у меня еще маленький эксперимент. Так, эту пару я уберу. Но так как у меня не может быть все просто и скучно. У меня есть вот такая проектная сумочка. Ну, конечно, проектной ее не назовешь. Сейчас я немножечко повыше камеру подниму. Но вот такая у меня маленькая сумочка. Очень удобная. Я всегда ее беру с собой в дорогу, так как я вяжу маленькие изделия в основном. Воротнички, салфеточки. Ну вот теперь носочки. Спицы и моток также в нее влезают, в эту сумочку. Ну, я не знаю, можно ли назвать носки проектом. Для меня проект – это что-то, какое-то грандиозное изделие. Это какой-то кардиган, там большая шаль, может быть. Ну, изделие должно быть не такое маленькое, как носочки, снежинки.
Это проект, это что-то требует какой-то разработки, утверждения проекта. Поэтому, ну, пусть будет проектная сумочка. Но дело не в этом, ладно. В чем весь вопрос? Вот мне было интересно. Многие говорили, что в самолет не пропускают со спицами. И вот я решила проверить, пустят меня или нет. Ну и думаю, если не пустят, то не жалко будет, если эти спицы у меня отберут. Все-таки они недорогие, и такие длинные я не очень люблю. Ну, как видите, сейчас я вставлю фотографию. Все успешно. Я прошла все контроли и даже вязала немножко в самолете. Но связала я совсем недолго, хотя полет длился там более 4 часов. Но у меня была попутчица-собеседница. Очень приятная девушка, и мы с ней разговаривали всю дорогу, и вязать у меня особо и не получилось. Так что можно было мне со спицами и не экспериментировать. Но все равно что-то я и связала. Вот какие-то детские носочки у меня получатся. Этот моток у меня остаток от первого мотка, от первого носка. И вот уже пошел второй носочек. А вот в эту пару я буду вязать уже от второго мотка начатого. Так, ну про это я уже говорила. Так что вот я связала целый носок, половину и начала третий. Так что таких носочков у меня точно будет много. И еще что мне пришло в голову. Я заказала на Wildberries еще вот таких два мотка этой пряжи. И хочу сравнить их на ощупь. Качество пряжи. Пряжа, которая куплена в Турции, и пряжа, которую поставляют в Россию. Отличается ли она тактильно при вязании? Ну вот сейчас, в данный момент, я вижу вот эти носочки, мне очень нравится сам процесс. Ну, я, Лиза, вообще люблю пряжу. Ну вот хочу сравнить прям даже вот моток российский и моток турецкий. Хотя понятное дело, что пряжа и та сделана в Турции. Ну вот специальную делают для России, или пряжа отличаться не будет. Ну, посмотрим. Вот завтра-послезавтра мне придет эта пряжа. Так, давайте вкратце я вам расскажу про ярмарку. В этом году, 16 сентября, у нас проходил День города. Но так как мы были в отпуске, я попросила свою дочь Полину, и она вместо меня, она моя помощница, поехала в парк и участвовала в ярмарке. И у нее очень хорошо получилось. Она все знает, как расставлять товар, все цены. Вот. И что же она продала? Что у нее получилось? Продался гусь-брелок. Я буду стараться вставлять фотографии на экране. Так, и еще гусик-обнимусик маленький. Далее продался мухоморчик. Мухоморы, по-моему, я даже не фотографировала. Но в предыдущих видео я вам их показывала. Далее продался маленький единорог розовый. Два попугая. Попугай-мама и маленький попугайчик. И она их посадила сверху. Три большой, маленький и... Ну, как семья. Отец, мама и ребеночек. И когда покупали мать попугайчиху, Полина сказала, давайте не будем разлучать мать с детем. И они купили и маленького попугайчика. Так что два попугайчика она продала. Далее продался зайчик в розовом платье. Я все свои игрушки показывала вам в предыдущих видео, но также буду вставлять фотографии. Вы можете этого зайчика также увидеть сейчас на экране. Дальше заяц вязаный. Тканом платье. Но этот зайчик у меня связан был очень давно. Мой любимчик, это, наверное, одна из первых игрушек моих. И он лежал у меня очень давно. Я даже как-то не собиралась его продавать, но вот ушел. Я очень рада этому. Да. Так, дальше носки женские, бежевые, ажурные. Машинку маленькую. Все, наверное, машинок у меня уже не осталось. Надо посмотреть, что там у меня в товарах осталось. Лошадка, каталка. Качалку я продала уже давно. Эта каталка ушла. Собачка, брелочек. И йода, которую я вам также показывала в последнем видео. Ну, очень хороший результат у нее получился.
Я думаю, Полина будет смотреть это видео мое. Ну, это не точно. Она не всегда смотрит. Но спасибо тебе большое, что выручила мамулечку и вышла на ярмарку вместо меня. Так. Ну, на этих выходных, я думаю, будет хорошая погода. Сейчас стоит прекрасная золотая теплая осень. И я думаю, что также соберусь и на ярмарку я выйду на этих выходных. Так, ну это маленькое отступление про ярмарку, так как у меня все-таки больше видео про наш отпуск. Еще хочу вам показать, в какой великолепный магазин я попала. Я даже не знала, что существуют такие магазины. Это магазин вязаных крючком игрушек. Это такое море красивых, интересных, необычных игрушек. Сейчас также я вставлю видео из этого магазина. И мы вместе с вами посмотрим фотографии. Я буду рада, если вам понравился этот игрушечный магазин, так же, как и мне. Я думаю, было интересно поразглядывать какие-то игрушки. И сразу хочу сказать, что цены в этом магазине на все игрушки указаны в евро. Я когда зашла, увидела цену, вначале так обрадовалась, думала, что это в лирах. Думала, что я скуплю все игрушки этого магазина. Они все прекрасны, эти игрушки, интересны. Но когда поняла, что это все-таки цены в евро, эта улица больше туристическая, там много отдыхающих из Англии, из других стран Европы,
Вот. У меня, конечно, моему расстройству не было предела. И с другой стороны, конечно же, я понимаю, что такие дорогие игрушки, по 30 евро это там самые дешевые были игрушки, и по 150 евро, то есть по 15 тысяч рублей, что в нашей стране такие игрушки ручной работы, конечно же, никто покупать не будет. Вот что обидно. Я понимаю, сколько труда в это вложено, времени, фантазии, души, но, к сожалению, такие игрушки это на любителя, и мало кто такие дорогие игрушки сможет купить у нас в стране. Хотя, конечно же, на каждый товар найдется и свой покупатель. Главное, чтобы игрушки были связаны с душой. К чему я буду очень стремиться, чтобы игрушечки были все красивые, интересные. Но это у меня все в проекте. Я много идей почерпнула из этого магазина. Вы сейчас быстро просмотрели фотографии. Я хочу опубликовать эти фотографии также в своем телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Можете перейти, подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и повнимательнее, там можно уже увеличить будет, рассмотреть фотографии игрушек. Там много интересных идей, я думаю, вы для себя также найдете. Ну и в следующий раз, когда мы поедем отдыхать в Анталию, я думаю, что обязательно схожу еще раз, может быть, и не один раз, в этот магазин. Мы жили от него не так далеко, но все равно нужно было ехать на общественном транспорте. И было жаль терять время. Все-таки мы приехали на море. Море было шикарное, хотелось больше плавать, наслаждаться солнышком. Вот, и поэтому и в пряжный магазин я сходила только один раз. Но я пряжу и не собиралась много покупать, хотя мне там много что понравилось и подошло бы. Также можно было накупить много пряжи для игрушек. Она там намного дешевле, чем у нас. Но все-таки это лишний вес, объем, груз. Я могу позволить себе купить эту пряжу и в России. Вот на этом я буду заканчивать свое видео. Пишите в комментариях, хотели бы вы связать вместе со мной такие снежиночки. Но я их сделаю потом в другом виде, когда они будут накрахмаленные. Они уже будут смотреться по-другому. Так, если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Всего вам самого доброго, всем ровных петелек и до новых встреч. Прошли паспортный контроль, пропустили и пряжу мою, и спицы. Сидим уже. Вот я обязательно сюда вот надо было залезать именно в кадр. Так, где мы сидим? Subway, да? Отлично. Жизнь удалась. А где мой телефон? Так что в самолете вязанию быть. Ну что скажу сейчас? Ну да слушай, я говорю, на видео, а ты мне час осталось, сейчас осталось, сейчас пойдем. Я говорю, вязание в самолете будет. Я говорю, час осталось до вязания. Что непонятно? Никак не. Да, и салфетку выкину. Ногти как отросли на море. Ох, крепкие, соленые. Ну, бери. Так, вот смотрите, заходим. Это наши апартаменты. Так, сушилочку вот здесь пока. Так. Здесь у нас спальня. Красиво. Все очень удобно. Так, давайте шкафчик. Тут вместо шкафчика вот такая ширмочка. Так. Но я делаю не к тому виду. Вот наша гостиная с елкой даже. А это у нас готовится ужин. Вот диванчик. Так, самое главное, вот пряжа. Мини-бар. Ну, мини-бар у нас не очень богат. Пакеты сейчас мы разберем. Мы только пришли с рынка. Тут у нас на дорогу одна мышь зазож, типа арбузик,
сливы, чернослив, яблоки, сливы, помидоры. Это виноград нам угостил пирог. Огурчики. Вот так все тут у нас прилично. Вадим Николаевич, сейчас вот у нас готовятся шарики мясные. Баклажаны, перец, лук, помидорчики тушатся. Сейчас я перемешаю. Надо уже, сейчас, наверное, развалится, хоть я яичко и добавила. Маслице купили подсолнечное. Вот кухня вот такая. Сейчас я здесь зашторю занавесочку под раками. Вот так все тут скромненько. Вот так. Стиральная машина. Все очень удобно, миниатюрно, компактненько. Так, вот это громадный стол. Саша, встань рядом с ним, чтобы оценить размеры стола. Очень большой стол. Не, ну его на видео не видно, что он такой большой. Стол очень большой. Можно, наверное, стульев 8 поставить, да, вокруг него. Mm-hmm. Ну вот с краешку сидим все время. Ну, 8 точно. Громадный стол, да. Там маленький, но это такой, как уличный. Ну, тоже он у нас тут стоит со стульчиками. Вот так у нас комната выглядит. И здесь у нас еще вот такие декоративные полочки. Все тут. Вот этими тарелочками мы пользуемся. Так, вот папа у нас причесывается, любит он прихорошиться перед зеркалом. Это наша прихожая, так туалетик сейчас покажем. Вот, папа у нас в зеркале отражается во всей красе, я тут в купальнике хожу, выхаживаю. Унитаз строили с беды, кстати, душевая кабина. Так, 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 это наша входная дверь. Сейчас дворик быстренько покажу. Вот такой дворик. Мы на первом, даже как вот минус первый, он кошечка идет, кстати, эти кошки. Всюду здесь. И это выход у нас на улицу. Сейчас времени сколько, Сашо, сейчас? Часов 7 сейчас, наверное, да? Чего? Сколько времени сейчас? У меня разлились. Ну, 7, наверное, около того. Может, пол 7. Ну, а сколько с пляжа ушли? Раньше графика. Короче, все тут удобно, мы не голодаем, похудеть нам не получится. Холодильничек, все хорошо.